ходе своей пресс-конференции на площадке Реки Калмыкии почетный представитель его святейшества Далай-Лама XIV в России Теотулку Ринпоче сообщил о состоянии здоровья духовного лидера всех буддистов. По его словам, Далай-Лама чувствует себя хорошо и 29 марта готовится выступить с публичной лекцией перед студентами вузов России. В мае будет организована еще одна онлайн-встреча уже с российскими учеными. Его святейшество, конечно же, сейчас находится на карантине, то есть соблюдение всех мер предосторожности. И сейчас он очень много дает учения, наставления в режиме онлайн. И 29 марта сейчас мы занимаемся организацией. Это публичная лекция его святейшества Далай-Лама для студентов российских государственных вузов. Будет принимать участие студенты Московского государственного университета и некоторых вузов Москвы, а также Санкт-Петербурга и некоторых крупных российских городов. Его святейшество Далай-Лама, кроме публичной лекции, ответит на вопросы студентов. И также в мае месяце мы планируем провести встречу его святейшества Далай-Лама с российскими учеными, которые уже стали ежегодными, традиционными.